Лише п'ято є, уб'єм бис, великий князь Андрій Суздальський, син Юрів, внук Володимир Мономаха, місяць июня 28-й день, в суботу в городі іменем Боголюби. Тем достойно венец страстотерпца прийняв, і кровью умылися страдания его. О, всякой, держася добродетели, не может без многих враг быть. Князь Андрей вражное убийство наперед до себе слышал, духом разгорелся, благо. Yeah!
Нет, Кузьмище киянин, о чем спрашать, где есть убит господин? Ему ж молвили, лежит в огород выболочен, но не моги и мать его хотим псам бросить. А кто возьмет его, тот наш ворожбит есть. А и того плачь над ним, Кузьмище, княже мой, господине, как не раскрыл ты погуб убийственных ворожбит своих, как не домыслил победить их, а полки поганых побеждал. Ныне ж не в церковь вложите, не велят. И в день шестой стих грабеж, и снарядили носилки, и привезли князя Владимира с плачем великим. И люди, увидя стяга боголюбого, от господине, теми вратами золотыми, про которые речь, хочу создать такие ж врата золотые. Да будет память всем.
серии.